Пашка пришел в ресторан Шервуд, назаказывал, а его угостили бесплатно. Прикольно быть звездой. Тебе. Паш, надо было сразу брать кальмары. Я попросил у них потом мясо отдельно после дома приготовить. Килограмм. Говорят, что уже закончилось. Спасибо большое, ресторан Шервуд. Нам очень-очень приятно. Кого ты съешь? Кофе, да? Нет. Все, я пошла звучать. Спасибо за прическу. Паша молодец. Красавчик. Е, готово. Круто. Павел, спасибо большое. Спасибо. Приходите на Комментаут. Будьте счастливым всю жизнь. Нет, нет. Подумайте, подумайте. Историческое место, дом семьи Муравьевых апостолов. Сейчас в нем расположен музей. На несколько дней дом снова окунулся в эпоху декабристов. В кадре несколько главных героев. Пестель, Трубецкой, Рылеев. За кадром члены съемочной группы. А что ты ешь? А почему нет? Не важно. Вот, это что-то очень красивое, вкусное. Ну, может, у тебя добавится подписчик. Мне не интересно, что ты говоришь. Ты кто такой сладкий? Ты кто такой сладкий? Ты кто такой сладкий? Ау! Кефир. Ёжик. Знакомься, ёжик, это Салик. Салливан, ну давай. Вы как-то наладите свой там язык-то, да? Как-то ежачий. Что-то смешное, да? Глаз вообще не видно. Класс. Красивые какие. Челка кудрявая, да? Вообще отлично. Когда во мне зло поселилось, и сердце сковал нетущий лед, я баб и колдун из царства Магриба, что спрятано в топях бескрайних болот, там солнечный свет. Помогаете? Девушка, а вы куда? Вы на балет? А, ну сразу видно, самостоятельная балерина, да? Да. Сама несет сумку, да? Да. Ну, умница? Да. Ой, Миюша, ты картинку раскрасываешь с балеринкой, да? Да, это я тебе. Мне подарочек? Спасибо, моя девочка, спасибо, моя красивая. Как это ты так делаешь? Выздоровела, Валентина. Как это ты так делаешь? Ты моя сладость. Шести. И каждый вместе со мной для Мия, что у тебя там?